Макаров это. Давно не виделись. Телефон где-то посеял, где вот нашел. Вот. Думаю, вот что. Давайте закроем нахуй футбол вообще. Просто возьмем огромный какие-нибудь вот, только ключ какой-нибудь огромный и закроем нахуй этот спорт и просто вычеркнем его из видов спорта, который вот у нас есть в стране. Но не умеем мы в него играть. Мы не умеем в него играть, все. Это надо просто признать. Мы не умеем в него играть. Ну, не умеем. Это просто данность и все. Сколько нужно обосраться, чтобы это понять уже до конца? Ну, сколько раз надо? Обезьяну посади за руль, скажи, езжай от Москвы до Питера. Она же уебется в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем, сука, на Формулу-1. А тут что тогда мне? Бразильцы не играют в хоккей. Они говорят, мы не можем, мы не будем. А мы-то что лезем-то? Мы-то что, куда? Ну, мы же во всем проигрываем, во всем. В тактике проигрываем, в скорости проигрываем, в мастерстве, какое-то там мастерство. Во всем. Мы в распасовке, в стандартах проигрываем. Но мы во всем проигрываем. Мы даже в силе воли им проигрываем просто. Ну, это просто какой-то... Вот евро, пожалуйста, международная арена, приехали. Мы, пафос, тоску, мы приехали, мы. 3-0 в первой же игре с Бельгией. 3-0. Сука, Лукаку даже не вспотел, он просто ходил по полю туда-сюда, такой, о, да, бой, гол. Ему еще, сука, не хватало этого и кальяна и девок каких-то вокруг, чтобы ему массаж делали, чтобы он вообще расслабленный был, он один хер бы вколотил что-нибудь. А у нас в первом тайме с ними один удар в створ ворот. Один удар в створ ворот у нас там. Один. С углового от головы отскочил мяч. Мяч уже сам заебался, говорит, дайте я сам, что ли, туда лупану в створ ворот, чтобы хоть что-то полетело туда от нас. И все. И все. Чертес выходит, говорит, это тактика такая у нас. У нас такая тактика. Тактика у нас. Мы должны были всрать бельгийцам, чтобы потом всю свою мощь саккумулировать и ударить по финнам прямо с Финляндии выиграем все. Выиграли 1-0. Вся мощь была. 1-0. Так скромненько мощь была, но была мощь. И опять все мы все опять. Жарков вышел на 10 минут, мне все, потянулся, уехал домой, все. Причем в прямом смысле слова уехал, все, домой. 38 лет человек, куда его? Ну, куда его? Хороший парень, все замечательно. Ну, куда? Ну, что он сам Макаров для нашей сборной, он старый человек для футбола вообще. У него, наверное, уже остеохондроз шейного отдела позвоночника. Ну, он куда его? На амбразуру туда, блядь, сука. Против 25-летних лосей, сука. Туда, иди, беги. Ну, поразительно. Футболисты хорошо, прекрасные ребята все, замечательные. Но хороший человек, это не профессия, понимаете? Не профессия. Головин, он играет в Европе, нормально играет. Нормально играет. А у нас не играет. А почему? А потому что конфета, она в коробке конфета. Она конфета вкусная, а вкусная говна, она говно. Ну, не собирается у нас все вместе, воедино, не собирается. Мы, давайте у себя здесь будем вариться, просто у себя. Здесь будем на местном уровне что играть, что-то будем играть. Ну, туда не суваться пока. Ну, ужасно это, ужасно. Финляндия 1-0 выиграли, все. Мы. Думали сейчас, видели, как мы Финляндию 1-0 выиграли? Видели, Дания, сука, видели, Дания? Давай, Дания. Думали сейчас, Дания соберется нахуй, уедет обратно к себе в Данию. С этого турнира снизится. Поедет Лего собирать, сука, у себя дома. Хер, ни хера. 4-1, нате. 4-1. И то один от пенальти нам дали. Пенальти мы забили. Все остальное нет, с игры нет. Общий счет за все наши прекрасные игры 7-2. Просто вот так взяли, нагнули нас без маски и вперед. Езжайте обратно. Тактика такая, Черчесов выходит, говорит, 4-1, это была наша лучшая игра. Лучшая игра была, это наша лучшая игра была. А худшая, когда 100-0, нахуй, против какого-нибудь, я не знаю, сектора газа, блядь. Какая лучшая, худшая тогда игра-то? Не, ну надо закрыть просто и все. Вон, у нас есть, например, в стране сборная по бейсболу. Федерация по бейсболу у нас есть. Кто-нибудь знает о ней что-нибудь? Кто там где играет в бейсбол у нас? Какие у нас там достижения?
А у них бейсбол все настоящее, все. У них биты есть, все, типа, мечи там кидают их, там бегают, значит, по этим базам по своим, там все плюют, вот это все то же самое. Но кто-нибудь знает? Нет, потому что никому не интересно, потому что это не наш вид спорта просто, и все. Есть и есть замечательно. Так давайте закроем все просто. На 10 лет закроем лавочку, и все. И скажем, так, мы здесь обнуляемся, выращиваем тренеров, выращиваем спортсменов, и все. И через 10 лет мы появимся, будем с вами там конкурировать. А сейчас не надо. Сейчас мы так здесь у себя местно будем. Ну, потому что это просто невозможно. Все же нервничают, все. Все болельщики матерят футболистов. Футболисты матерят болельщиков. Тренер материт футболистов. Футболисты матерят тренера. Болельщики матерят тренеров. Все материт. У всех нервы сдают. У всех. И без того времена тяжелые, ковидные. Так нет, знаете, я вам еще нервов, сука. И все мы нервничаем, нервничаем. И понимаем, что это все бесполезно, бессмысленно. Сейчас нам главное выйти из группы. Потом посмотрим. А потом посмотрим, сука. Прекрасно. Посмотрели. И ладно, всякое бывает, там счет, не счет, всякое бывает, это футбол. Все проигрывали всегда. И выигрывали, все великие проигрывали. Игры нет, пас назад, пас назад, пас назад, пас назад. Пас назад, мы все время назад. В воротцу впереди, мы все пас назад, пас назад. Ну, в итоге допасовались назад, вон, блядь. Этот пас дал, блядь, сразу нам гол забили, сразу. Естественно, ошибка будет, ну, конечно, все время пасовать назад. И самое главное, ни одного не нашлось игрока, который сказал, да ну его нахуй, он не побежал бы. Вот так, как не знаю, как камикадзе, блядь, и туда залез сам в ворота. Героем бы стал. Нет, такого нет. Нет. Мы просто там что-то пас назад. Если мы проигрываем 1-0, значит так и будет. Либо мы проиграем 1-0, либо 2-3-4-5-6-0. Вот так у нас. У нас так. Волевой победы не бывает у нас. Ну, не знаю, ну что, надо закрывать. Давайте закрывать. Черчес вышел, сказал, после Евро, говорит, а теперь нам нужно собрать сборную, новую сборную, которая поедет на чемпионат мира. Нам самое главное на чемпионате мира выйти сразу на Финляндию, чтобы всю мощь на нее выкинуть, всю мощь. А потом посмотрим чемпионат мира по телевизору. Ну все, нормально все. Не переживайте. Будем смотреть шахматы.